Всем доброе утро, дорогие мои зрители. Сегодня мне снова не спится, и я в поиске новых каких-то идей для моих плетеных изделий. Я зашла на свою страницу в группе ВКонтактах. Вот это вот моя страница, чтобы не было никаких подозрений, что это какой-то там монтаж или фотошоп. Вот, искала, сижу себе кофеек тут попиваю и зашла на одну из страниц пользователя. Вот. Ну, у нее тут тоже все по плетеным изделиям. Подборочка всяких вот интересных вот идей наших мастеров. Вот, видите? Так. Вот. Листаю я ленту. И. Опа-на! И я очень удивлена. Смотрите, что я нашла. Это же моя идея. Декор кружевом стеклянной бутылки, кофейной банки. Оригинальный подарок своими руками. Вот так вот, значит, моими идейками делятся в соцсетях. Так, включаю себя. Всем привет. Скоро наступят праздники. День влюбленных. 23 февраля, 8 марта. А вы уже задумывались о подарке для своих родных и близких? Вот я предлагаю вам сделать такой запоминающийся подарок. Декор бутылки и кофейной банки. Все очень просто. Я расскажу и покажу, как и из чего можно сделать такую красоту. Всем приятного просмотра. А кто заинтересуется, можете зайти в мой плейлист. Декор бутылок и банок. Давно я так не смеялась. Что-то я тут, видно, не поела. Или рано встала. Очень медленно я тут вещала. Ой. Ну да ладно. Главное, людям нравится. Сейчас я посмотрю. Давно я не заглядывала в аналитику. Сейчас я посмотрю, что же там. Сколько просмотров. Вот. На это чудо чудесное. Так что вот. Так, сейчас заходим на YouTube. Побыстрее, я думаю, у меня получится посмотреть в аналитике. Да, вот, нашла я в аналитике, так, тут последние 20, так, за все время, сейчас я посмотрю, значит, просмотры, ага, значит, рейтинг просмотров за все время, это, конечно, обзор семян томатов, 93 тысячи просмотров, и вот на втором месте вот это вот видео стоит: декор кружевом стеклянной бутылки кофейной банки, оригинальный подарок своими руками. Вот, смотрите, 31606 просмотров. Вот так вот, ничего себе, 31 тысяча уже посмотрели. Вот, а сколько еще поделилось. Так, чем загустить жидкий сметанный крем? Дальше у меня рейтинг идет на третьем месте. Ну и вот спускаемся дальше. Это все по томатам. Конечно, канал мой любят больше все по томатам. Вот, все смотрят томаты. Ну, в основном тут солим черные грузди тоже очень много. Кстати, очень вкусный засол. Самое то. Кому интересно, вот смотрите, обзор плетеных изделий, пирог на кефире. Ну, тут опять декор бутылки, чайный гриб. В общем, вот. Ну, в основном, конечно, все томаты. Все томаты. Томатный мой канал. Очень приятно, я удивлена. Так что, кому интересно, заходите, смотрите. Может быть, тоже так сейчас делаете декор. Все-таки праздники на носу. У меня там есть несколько вариантов декора. Бутылок можно подарить и на 23 февраля, и на 8 марта. И просто так в гости пойти. Вот, смотрите, мои плейлисты. Там все есть.
Так что вот, всем пока, до встречи. Буду искать новые идеи для себя.